КВН или клуб веселых и находчивых не нуждается в особой рекламе. Остроумные сценки из школьной студенческой жизни, веселые песни, яркие импровизации – все это есть в выступлениях команд. Но путь к успеху в этой игре не так прост, как кажется. Чтобы выйти в лидеры, нужно много и серьезно работать. КВНовское движение в Славянском районе насчитывает не одно десятилетие. Были яркие команды, заметные игроки. Эстафету остроумия приняли и несут сегодняшние участники клубов веселых и находчивых. Школьники и студенты со всего нашего района собрались в малом зале городского дома культуры на мастер-класс, который дал им Олег Смольников. Он на своем опыте понял все секреты этой замечательной игры и знает, как активизировать играющих в КВН. Для этого мы проводим образовательные такие мастер-классы, мастер-тренинги. Будем продолжать работать с командами, будем привлекать опытных КВНщиков из других городов и районов. Благо у нас есть и друзья-товарищи, и много ребят, которые сейчас ведут такую работу с командами. Будем развивать главное желание. Сделать команду КВН действительно интересной и стабильно выступающей – задача не из легких. Необходимо очень многое. Свежие оригинальные сценки и шутки нужно придумать, отшлифовать, отработать слаженность, уверенность выступления. Как всего этого добиться? Было бы желание, все остальное приложится. Ребята рады поддержке. Мы узнали много нового. В том году такого не было. В этом году показали, видно, учли ошибки команд, которые были в том году, и в этом году мы их исправим. Очень много нового, интересного, и хочется усовершенствовать свои навыки. Очень важно неравнодушие. Ребята реально заинтересовались полученной информацией. Она поможет им в любимой игре. Да, нам очень сильно захотелось ярко выступить. Мы уже начинаем придумывать новые шутки, состав команды готовим. Это, на самом деле, это очень-очень интересно. Олег Игоревич, мы знаем его очень давно, и в прошлом году он помогал нам заниматься этим. Пройдет не так много времени, и команды школьной и студенческой лиг сойдутся в веселой битве, покоряя сердца благодарных зрителей юмором и остроумием. Пожелаем им в этом успеха. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».